си, ну, Б. Я шляп надену и выйду гулять сегодня в четвертом часу. Я дома оставлю буфет и кровать, а зонтик с собой понесу. И будут все говорить мне, сэр, какой замечательный цвет и размер у вашего зонтика, сэр. И буду я отвечать, о да, такого не видели вы никогда. Тетушка Нэнси прислала его на прошлое Рождество. Я шляпу надену и щелкну крючком, а чтоб веселее идти, повешу шарманку через плечо и буду играть по пути. И будут и все говорить мне, сэр, какой замечательный звук и размер у вашей шарманки, сэр. И буду я отвечать, о да, такого не слышали вы никогда. Ее подарил мне мой дядюшка Бил, и ручку крутить научи. Ла-ра, 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 ла-ра. Я шляпу надену, ступлю за порог, а чтобы подольше гулять, возьму с собой сладкий вишневый пирог и буду идти и жевать. И будут все говорить мне, сэр, какой замечательный вкус и размер у вашего кушанья, сэр. И буду я отвечать, о да, такого никто не дал никогда, пока я не взялся и сам не испек мой сладкий вишневый пирог. А следом летел самолет. Его вел отважный пилот. Его вел отважный пилот. А следом летел самолетище. В нем был огроменный пилотище. А следом летело такое, что мне не давало покоя. Ля-л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 я. Что мне не давало покоя. Ну ладно, такое летит. Но страшно подумать и страшно представить, кто там за штурвалом сидит. По небу летел самолет, а следом летел самолет, а следом летел самолетище, а следом летел еще. Кто там за штурвалом сидит?
Следующий предмет из сундука выглядит очень необычно. На первый взгляд. Сандали. Стельки, стельки. Сандали. А если так? Мне больше нравится вариант стельки. Пусть это будут стельки. Это стельки из сапог скороходов. И в них бежишь. И пока сапоги не снимешь, остановиться невозможно. Очень опасная вещь. Очень опасная вещь. Приходится очень сильно дышать. А как можно снять, не остановить? Хорошо. По дороге я бегу. Самый волшебный предмет в этом сундуке. Вот такой. А второй предмет, между прочим, еще волшебнее. Это вам только кажется, что это носки. Да, это если вот так вот держать, это носок. А если вот так вот надо держать, вот так вот надеть, и все. И это уже никакой не носок. А это уже вовсе червяк. И мы сейчас поем червяцкую народную песню. Ой-ой-ой. Жил на свете червячок деловой. Ой-ой-ой. Прорыл подземный ход головой. Ой-ой-ой. Он себе построил дом. К лесу задом, кверху дном. Ой-ой-ой. Вместо пола положил черепицу и завел себе жену. Червячицу. Так-то много предметов осталось. Так-то много осталось,
можно даже не вынимать. Кобуру не вынимать. А вот так, не вынимать и все. Прямо вот оттуда пускай голос подаст. А все пускай отгадывают, что это такое. Это колокольчик с дверей одной норвежской ведьмы Анны Скугенбек. В этой песне зашифровано специальное норвежское заклинание. Точно. Веселее, чем ведьма Анна Скугенвей. Она к шести ждала гостей и напекла сластей. А делая дело, весь день она пела бом-фили-бом-фили-бом-бом-бом и бом-фили-бом-фили-бом. Бом-фили-бом-фили-бом-бом-бом и бом-фили-бом-фили-бом. Ведьмы выдался досуг, и созвала она подруг. А тех подруг живет вокруг всего 13 штук. Подруги примчались и в дверь постучали. Бом-фили-бом-фили-бом-бом-бом и бом-фили-бом-фили-бом. И пили чай и лимонад. Потом отправились назад, в трамвай встали в ряд. И в окна глядели, и громко галдели. А как они галдели, вы уже знаете. Бом-фили-бом-фили-бом-бом-бом и бом-фили-бом-фили-бом-фили-бом. Бом-фили-бом-фили-бом-бом-бом и бом-фили-бом-фили-бом. Филипп, 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 Филипп